Это вот все корень солодки. Вот я тут корень выкопал хороший, потом его сниму. Примерно 5 метров длиной. Ну так, палец толщиной. Большой палец. Ну вот сейчас мы пойдем собираться будем. Вот так. Облака такие красивые. 6 августа 2024 года. Такая радость тут. На память будет, Николай Георгиевич. Глядите, тишь. Ой-ой-ой. Глянь, траншея-то какая. Ой-ой-ой. Это вот самая на меня корень. Это редко так бывает. Корень, притом не перерубил я его. И потом уже на коленках почищал во много слоев. Ой-ой-ой. Вот она куда. Да. Вот отсюда я его захватил и вон туда вынул. Но там уже оборвал, оно далеко пошел. Да. Все, я на облака смотрю, какая картина чудная. Лопату возьмете? Возьму. Не-не-не. А свою? Говорю. Ну, да, свою тут разговору нету. Да. Вот он, мешки, а дома там на столе, я еще сниму их. Мы недолго тут и были. В Китае, говорит, 2000 лет назад уже встречались записи о корне солодки. Его добавляют в разные лекарства, оно как бы усиливает их важность. Ну и притом бывает бессонница у человека. Это в этом деле она как бы на нервную систему. Ну, говорят так, пишут. Вот так. Вот он меряет, как пройти. Тут не пройдешь скоро-то.